Мини-стадион, тренажерная зона, детский городок. Первые маленькие посетители сквера спешат опробовать все качели. Родители, наконец, смогут спокойно выдохнуть, ведь на протяжении нескольких лет эта земля переходила из рук в руки. Местные жители, которых здесь около 3000, опасались, что могут лишиться единственной в районе детской площадки. После того, как они узнали, что на этом месте может появиться очередная высотка, была собрана инициативная группа, и люди забили тревогу. Когда мы это узнали, мы начали писать письма во все инстанции. И тогда вот мы уже непосредственно обратились в Костинскую администрацию. Вот у нас территориальный общественный совет обратился, чтобы эта площадка была у нас благоустроена более-менее. Вот. Ну и вот нам сделали такую красоту. За короткий срок детскую площадку удалось превратить в настоящий сквер. Работу строителей оценил и глава города Анатолий Пахомов. Во время мини-экскурсии люди не скрывали своей благодарности. Наконец-то в городе появился хозяин настоящий. Вот, поклон вам от всех наших жителей. Не просто так, а действительно от души. Вот, но мы постараемся содержать это. В скором времени в сквере появятся новые зеленые насаждения, установят декоративное освещение с ночной подсветкой цветочных клумб. Теперь, по словам главы курорта, главное все это сохранить. Я обращаюсь к вам, ребята, которые больше всего будут здесь задействованы. Берегите все то, что мы построили. Это вот мое поручение вам. Договорились, ребята? Работы по благоустройству Сочи будут продолжены. Уже в скором времени начнется проектирование, а затем и строительство парка в Кудепсте. Ждет реконструкция и сквер на Бытхе.